Я приветствую вас на моем канале «Куклы сделать просто». Сегодня такое просто отдельное небольшое видео по доработке мелочей. Я скоро начну лепить новую голову, и я очень надеюсь, что поэтапно я сделаю это с вами. А сейчас такое. Вот у меня есть мужская голова, которую я начала. И меня не устраивают какие-то мелочи в ней. Она высохла, я ее подшкурила. Отшлифовала местами и сравнила. То есть я сравниваю, где мне не устраивают какие-то мелочи. Отдельно взятый материал, завернутый в пленку, достаточно хорошо увлажненный. Я беру маленький кусочек материала. Скатываю, допустим, то, что мне надо. И примазываю. Примазала. Взяла влажную кисть и примазала. И так мы дорабатываем мелочи, совершенно разные. Потом мы даем материалу высохнуть. Чтобы быстрее сох, можно его выкладывать на батарею. Даем материалу высохнуть и дошлифовываем. Что мне не устраивает в этом лице, вот я смотрю, симметрия. Вот здесь мне не хватает участка, то есть я беру, смачиваю кистью. Беру небольшой кусочек материала. Я работаю сейчас суперклеем. Для того, чтобы мне было удобно, я беру небольшой кусочек материала отдельно. Разминаю его хорошо с водой, затем в пленке он у меня хранится, чтобы не засыхал, он постоянно накрыт и завернут. Вот взяла мелочь, примазала. Кистью доработала. Эта кисть у меня синтетика. Для работы именно для лепки синтетика лучше. Она не так быстро стирается, потому что натуральные кисти очень быстро стираются. Затем я хочу отправить вот здесь место. Я опять же беру кусочек материала. Хорошо смачиваю и докладываю. Докладываю и примазываю. Я очень люблю работать кистью в доработках, потому что можно сделать какую-то очень мелкую работу, которую трудно сделать либо руками, либо инструментом. Я леплю вот в данный момент, у меня по планам две девочки совершенно разные в лепке. И один мужчина и один мальчик. Ну как мальчик, юноша, скажем. Сейчас я закончу лепить мужскую голову. Затем я хотела бы с вами поэтапно разобрать лепку мужской головы. Оставить, потом я дошлифую это с помощью пилочек. Так, теперь уши. Опять же, перед тем, как дорабатывать, обязательно нужно смочить материал хорошо. Но не сильно, чтобы он был не сильно, чтобы он не отвалился, чтобы ухо не отпало во время работы, а слегка. Для того, чтобы следующий кусочек материала прилипал. Опять же, вот у меня мой паперклей, я его смачиваю, он накрыт пленкой для того, чтобы не высыхал. Взяла кусочек, свернула колбаску. Взяла эту колбаску и долепила. И очень мне хочется выровнять эту кисть снова. Откуда-то сверху на город мой бьет вода.
И в том же духе вы продолжаете дорабатывать мелочи. Затем, когда вы видите, либо вы закончили уже дорабатывать, и вас все устраивает, вы кладете на батарею, даете высохнуть, подшлифовываете с помощью разных различных мордачек. И дорабатываете снова, пока вас не устроит результат. Мы будем вместе делать кукол, над которыми я сейчас работаю. Я знаю, что многие мастера не показывают свой процесс. Но так как я не профессиональный мастер, я самоучка, и я только учусь, и мне интересно. И мне интересно делиться с вами. И мне кажется, что людям, которые хотят попробовать себя в куклах, сложно начинать с каким-то опытным суперпрофессионалом, у которого уровень мастерства только пугает вас. Поэтому я надеюсь, что мой уровень мастерства вас еще не пугает. Вот такой мужчина у меня будет. Вот такой. И вот моя новая девочка. Я ей, если вы ее помните, я вам ее показывала. Я долепила немножко губу нижнюю, потому что мне чего-то ее не хватало. И, в общем, она уже близка где-то там, к финишу. Вот такая девочка. На камеру, когда показываешь, когда снимаешь, всегда видны какие-то мелочи, недоработки, что бы хотелось исправить, изменить. И вот вторая голова. Здесь тоже долепила нижнюю губу. Она совершенно другая. Вот как-то так. А мальчика будем лепить уже вместе. Удачи вам!